Сегодня начал работу новый кадровый центр «Работа России», сформированный на базе Центра занятости населения Черкесска. Модернизация проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и национального проекта «Демография». Основная задача модернизации службы занятости – обеспечить равную доступность и качество услуг. С открытия кадрового центра репортаж Аллы Динаевой. Обновленный центр занятости встречает посетителей и гостей в просторном зале, где был проведен капитальный ремонт в едином стиле, утвержденном Министерством труда и социальной защиты России. Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова приехала разделить радость сотрудников Центра занятости Черкесска и отметила, что это самый крупный центр в республике, и поэтому на вас ложится основная нагрузка. И очень приятно, что в таких современных условиях вы будете теперь работать, добавила Ирина Дяшаловна. Поздравляем нас всех с тем, что у нас сегодня вот такое приятное событие. Открывается современный центр. Это новый стиль работы, это модернизация всей службы, о которой уже было сказано. И в том числе это реализация национального проекта «Демография». То есть мы исполняем поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Это национальный проект в действии. Модернизация этой службы в современных условиях – это очень важное обстоятельство, которое поможет жителям нашей республики решить какие-то свои жизненные ситуации, найти новую работу, пройти какое-то переобучение, подобрать для себя новые форматы дальнейшей жизни. О работе и новшествах модернизации кадрового центра «Работа России» собравшимся рассказала начальник одного из отделов Елена Жадькова. Услуги у нас оказываются по принципу одного окна. Помещение разделено на зоны для приема граждан. Посетителям специалисты центра занятости помогут в поиске работы, предложат профессиональное обучение, а также пригласят на ярмарки вакансий и другие мероприятия. В настоящее время взаимодействие специалистов службы занятости с гражданами и работодателями осуществляется на единой цифровой платформе «Работа России». «Наша служба станет персональным консультантом для каждого», — говорили выступающие. Заместителя председателя правительства и журналистов республиканских средств массовой информации ознакомили с работой всех отделов. Рассказали и о сегодняшней ситуации на рынке труда. На сегодняшний день в Центр занятости населения по городу Черкесску обратилось более 3500 человек за поиском в подходящей работе. На сегодняшний день в качестве безработных зарегистрировано 290 человек. Эти граждане состоят на учете, находятся в активном поиске работы, получают пособие по безработице. Вакансии заявлено работодателями более 900. То есть это свободные рабочие места, на которые граждане могут трудоустроиться. Востребованными остаются работники сфер образования, медицины и рабочие профессии. В обновленном кадровом центре посетители могут получить как помощь в трудоустройстве, так и освоить новую профессию. А основная задача сотрудников центра занятости, как и прежде, одна – трудоустроить и сделать так, чтобы довольными остались и работник, и работодатель. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.